Представители Аргентины и Уругвая восторженно восприняли решение ЮНЕСКО, согласно которому танго будет включено в список ценностей мировой цивилизации. Буэнос-Айрес и Монтевидео, соответственно, Аргентина и Уругвай, празднуют это решение, которое отдало дань уважения нашей истории и обществу. Это решение, которым наградила нас организация ЮНЕСКО, сейчас отмечают в тысячах километрах отсюда, в Буэнос-Айресе и Монтевидео, в Аргентине и Уругвае. Южноамериканская танго зародилась в бедных районах Буэнос-Айреса и Монтевидео в конце 19 века. Сегодня его танцуют далеко за пределами родной страны. По мнению жителей Аргентины, решение ЮНЕСКО позволит танго стать еще более популярным, не теряя при этом своей самобытности. По мере развития и распространения танго во все уголки Европы и Азии, мы будем помнить, что этот танец пришел из Рио-де-ла-Плата. Таким образом, мы сохраним его историю и расскажем о его происхождении будущим поколениям. В 1972 году организация ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране всемирного культурного наследия. Таким образом, существующие традиции танца, музыки, ритуалов и ремесленного искусства оказались под защитой в равной степени как природное достояние и культурные достопримечательности.